Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Так, Лига мастеров 3 звезды. В магазине откроем с тобой бесплатно пак. Кто у нас там выпадает? Змейковьюн, понял. Так, секундочку, дай подумать. Испытания. Давай, наверное, сразу с тобой попробуем найти вот этого Майки, который мне нужен. 25 жетонов, ничего страшного. Так, 2 доллара, окей. Кружка, Динор. Да что ты, осколки, ну понятно. Ну все, остались уже только черепашки. Давайте, вот. Сразу же выбили, отлично, ребят. Давай попробуем теперь здесь вытянуть его. Нет, ни ролевой не нужен. И не карта Бибомима. Ай, жетоны. Так, ладно, еще пока есть. У нас с тобой сыр. На последние две попытки. Микеланджело Монитот и Золотой Сколок. Ну что же, две ДНК всего лишь мы с тобой заработали. Так, ладно. Пройти серию испытаний. Ну что, пойдем быстренько пробежимся с тобой по серии испытаний и посмотрим, как меня там ребята сбросили и сбросили вообще. Кстати, теперь Ванька, да, полноценный, кстати, боец в нашей команде. Он имеет 100 уровень, у него почти топовая прокачка по скиллам. Поэтому Ванюша очень даже, кстати, будет нашей армии. С двумя-то массовыми атаками. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так, сейчас мы это вот с тобой нахлобучим, я думаю, да, Армагоша? Динь-динь-динь. Ах ты, жук ты. Ну, конечно же, у них, друзья мои, постепенный, точнее, отложенный урон. Отложенная смерть. Так, но я думаю, что против маузеров ничего им не поможет. Так, смотрим, что у нас тут. Ну, здесь начнем вот так вот. Сюрики. Угу. Так, укусим мы, наверное, с тобой все-таки Шреддера. Надо его вообще добить. И... ну, куда ты? Куда ты прешь? Куда ты прешь, а? Так, Рокзар берет провокацию. И пулеметная дробь, друзья. Ты видел глаза... ты видел глаза у Ваньки Стиранка? Как будто он на горшок очень сильно хотел... А, может быть, не успел добежать до горшка. Глаза у него, конечно, на выкате просто были. Так, здесь мы забираем награду с тобой и смотрим. Так, посмотреть видео. Ну что, пойдем, наверное, искать на нашего крысиного короля. Все-таки мы решили, друзья мои, прокачивать крысиного короля. Что-то я забыл, а вот он. Так, что там нужно? Новый уровень... Ау, 10 тысяч ему нужно, да? 10 тысяч. Так, а здесь мы с тобой должны найти для него ящики с инструментами. Так, 3 сложных боя надо сыграть. И 10 обычных. Так, ну ящики должны нормально выпадать здесь. Ну, что-то не выпадает они нормально. Так, еще два ящика. Комикс из канализации. Так, раз. И последний. Два, все. Прокачиваем ему. Это у нас, ребята, пассивка, да, получается. Подземный житель. Крысиный король призывает темные порождения подземелья. Защита в бою усиливается на 15%. Ничего себе. Хорошо, забираем здесь награды и поднять уровень персонажа. Ну что, а чтобы поднять уровень персонажа, нам, естественно, нужен что? Мутаген. Так, здесь у нас все тихо. Все тихо. Эх, жалко нам монетки с тобой некуда потратить. По жетонам пока все кисло. Ну что, давай посмотрим, куда мне скинули. Никуда, ребята. 89-я позиция, то есть... Сейчас вернемся. Сейчас просто возьмем и вернемся. Ваня, Армагон. Интересно, Ваня, Армагон, они справятся вдвоем? Я вот насчет Ваньки на инициативу как-то, честно говоря, не уверен. Но мы посмотрим. Мы сейчас с тобой глянем, что у нас получится. Так, ну, Майки-то понятное дело тут. А ну-ка, Армагоши, влупи-ка им хорошечно. Угу.
Да, друзья мои, Ванька уступает по инициативе. Значит, мы с тобой, естественно, теряем раз, теряем два. Буду знать на будущее, что брать его не стоит. Ваньку, я имею в виду, в такую команду, где всего лишь у нас один топчик. Да, инициатива, ребят, подвела. Ну, конечно же. Ну, по-другому я не мог это проверить. Пришлось вот так вот пожертвовать. Ну, зато я знаю дальше, что у нас Супер Шреддер и Леонардо вырубят любого противника, кто бы им тут не попался. Поэтому давай бомбить. Достаточно. Нет, шипов, наверное, будет недостаточно. Да, вот вертушки Леонардо, я думаю, за глаза и за уши им. Воу! Опять этот, ребят, кабан оборзевший. Ты посмотри, он опять выдерживает удар. Ну что ты будешь делать? Я не знаю, как с ним бороться. Ушам ему надавать, что ли, или как? Что с ним сделаешь? Устоял, ты прикинь, Шреддер бомбанул. Плюс Леонардо ударил его, и он стоит хоть бы что ему. Даже постепенно урон не получил. Так, ну давай я вот эту команду возьму. Здесь будет Донни. И вот так вот. Как ты думаешь, сможем здесь разрулить ситуацию? Ну, понятно, что Усаги будет ходить первым, но мне не нравится вот этот Майки. Тут их два, причем. Два Микеланджело. Если сейчас Усаги прогнется под них. Угу. Вот и прогнулся. Так, Донни, жги. Ну, а дальше победа. Нет, подожди, рано радоваться победе. Вот этого надо еще заклепать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, он бросает гранаты, да? Ну, благо, выстояли мы все-таки. Замечательно, друзья. Рискованно было, рискованно. Но выстояли здесь. Это тебе не в первом поединке, где нам по ушам надавали и все. Так, 61-я позиция. Почему это делаем, ребят? Ну, завтра, как вы знаете, понедельник. Завтра у нас обновляется все на свете. И мы получаем осколки. Платиновый. Получаем с тобой платиновые осколки, но хочу оговориться, что платиновый боец еще готов не будет. Только лишь через неделю, ребят. То есть нам еще предстоит впереди поиграть целую неделю для того, чтобы мы могли кого-то перевести в платиновый ранг. И вот кого? Макмана или же все-таки кого-то другого? Или крысиного короля? Ребят, пишите в комментах. Не забывайте. А то потом будете опять писать это все в последний момент, а потом обижаться на меня. Почему ты вот, Рэй, прокачал того, а не того? Я думаю, ничего сложного нету в комментарии написать там. Макмен. Там, или еще что-нибудь. Ну, кто за кого-то? Макмен, король, например. Все. Одно слово. Потом подсчитываешь, и все, ребята. Да там даже иной раз подсчитывать не надо. Там просто смотришь, сколько в комментариях промелькивает слово. И еще попрошу, не надо, ребята, со своих там твинков выставлять вот это все. Напишите, то есть один человек реальный, один голос. Не надо вот по 30 раз писать, ребята, я сразу банить буду. Потому что, ну, ты просто засоряешь чат. Ты не мне вредишь, ты вредишь остальным ребятам, которые хотят написать. Потому что я обычно, если такая... Оу, змейковину потерял. Потому что если такое будет написано, я просто читать не буду, да и все. И мало того, что читать не буду, еще и заблокирую. Вот и все. Только лишь из-за спама. Слушай, я что-то отвлекся тут, и как-то нас разбабахали здесь. Я что-то даже не врубился. Так правильно разбабахали. Я кого взял-то? Оу, ё-моё. Я взял без откатов, да? Молодец, Рейчик. Вот это да, вот это вот. Вот это называется фейл еще. О, ты посмотри, у них уклонение. Иммунка стоит. Да, 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 конечно. Это жестко, ребят. Фига себе. Даже если, предположим, мы с тобой как-то их разнесем, начнем разносить, у них пит, который 100% тебе говорю, будет вешать отхил. Ты посмотри, как они забафались. Ты посмотри, что на них там висит. Это, конечно, трэш.
Один только этот, да, у меня тут бомбит, еще как-то пытается что-то сделать, железноголовый. Всем там раздает звездюльку. Крис Брэдфорд упал. Не, здесь смерть, ребят. Тут... Да. А все почему? Потому что я начал отвлекаться, я начал вам объяснять. И просто без отката все сделал. Ну, радует только то, что, естественно, мы здесь с тобой все равно в любом случае возьмем топовое место первое. И здесь ничего нам не помешает. Ну, и знаете, что я тебе скажу? Я не уверен, что я успею, ребят, прям по самому откату. То есть в 3 часа или в сколько там, 4 у нас. Скорее всего, я прокимарю, потому что у меня совсем выбился график, режим. Я теперь этот, ночью играю, днем, утром сплю. Как бы вот так вот. Сбился график, ребят, на самом деле. И мне очень тяжело его теперь восстановить. Поэтому... Почему вот иногда бывает, что видосики выходят не днем, а ближе к вечеру уже? Это я уже просыпаюсь, потому что... Вот такая вот штука. Ну, я думаю, что никому от этого плохо не будет. Видосики все равно выходят в своем режиме. Также на всех, причем каналах, ребята. Так, давай-ка. Сейчас я, как уже повторял, плотно взялся за... Daylight... Ой... Господи, Daylight вторую часть. Вот, плюс не забывай, что мы с тобой играем Broken Ranks. Скоро еще, не забывай, Elden Ring выйдет. Плюс 18 марта у нас выходит с тобой Запад. И опять я забыл, как называют, Forbidden West. Или как там. Ну, короче, ты понял, про что я тебе говорю, да? На PS-ке. На PlayStation 4. Мне придется на 4, ребят, потому что 5 я еще так и не приобрел. Так что буду на 4, наверное, играть. Вот. Ну там, если честно, там уже и отпуск у меня кончится 18 марта, скорее всего, да. Арбайтен побегу. Но все равно играть буду, проходить буду. Первую часть я не проходил ее на обозрение. Да? Но вторую, думаю, стоит пройти. Так. Ну что, Армагон, ты готов? Давай, вжаривай. Наваливаем там. Окей. Так, после черепашек, наверное, будет у нас еще, скорее всего, олухи. Драконы и всадники, да? Потому что там нужно докончить сегодня два этих события, которые мы не завершили. И, наверное, если успею, если не... За кимарю не вырублюсь. Будет серия еще по игре Юрский парк. Но это пока в планах. Точно тебе сказать не могу, как оно будет. Потому что, опять же, Daylight у меня вторая часть подкипает. Самый смак. Как говорится, там уже дошли. Короче, будем в водонапорную башню. Или спасать, или захватывать. Я не знаю, что там именно будет у нас. Если, конечно, опять не побегу по побочкам. А побочки нам нужны, ребят, для того, чтобы прокачаться. Потому что у меня, извини меня, дома с тобой добрались, а я еще нифига не прокачан. We'll be right back.
Так, ну что, я и здесь всю рекламу просмотрел. Короче, хватает у меня сейчас прокачать нашего Бибопа. В плане, не понял, чего? Ты серьезно? Да как так-то, ребят? Как так? $15. Так а что мне это даст? Выполнить все задания. Так, у меня нету ни... А, подожди, мы же можем здесь с тобой. Можем же, по-моему, да? Или нет? А здесь мутаген не выпадает, друзья мои. Вот в чем вся беда-то. А где же еще-то можно... Так, погоди-ка секундочку. А здесь не выпадает тоже? Да нет. Здесь тоже, ребята, голяк. Блин, да я просто хотел уже, ну... Ой, самый-самый это, да? Так, ну, сюрики, то, что мы меняем, это ровным счетом нам ничего не дает. Тогда придется все это доделывать завтра. Ладно, друзья мои. Чего не понял? Что вы пропустили? А в плане я его пропустил. Зашибись, да? Тогда теперь хватит. А как-то он так вылез, откуда не возьмись. Ну давай, навыки 5650. Хватает, хватает, ребят. Вот и все. Забираем с тобой остатки роскоши. Ну и на этой ноте, друзья мои, мы завершаем видосик. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.